Краснодаре потепление. Похоже, погода опять нас балует. Сегодня днем синоптики обещают плюс 12. Тучи еще гуляют над городом, но завтра небо уже прояснится. Температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. На выходных тоже обещают тепло, плюс 16-14. В воскресенье, вероятно, небольшие осадки. Только представьте себе, в Магадане сегодня минус 3 и метровые сугробы, а у нас солнышко и фонтаны. В отпуск они уходят в это воскресенье, их законсервируют до весны. Но сначала проверят самочувствие, просушат, умоют чаши от ила и проверят насосы. Статуса главных городских в Краснодаре удостоены 10 фонтанных комплексов. Некоторые из них умеют даже танцевать. Музыкально-световые выступления фонтанов по вечерам собирают зрители на Театральной площади, у кинотеатра «Аврора» в сквере Дружбы народов. И 4 ноября они будут работать последний раз в этом году. Предположу, что при полном аншлаге, учитывая народные гуляния по случаю Дня народного единства, а потом будем скучать по водной феерии аж до апреля.